Приветствую всех. Сегодня наконец-то состоялась встреча, о которой я долго мечтала и ждала ее почти два года. Вот уже два года название «Аэропорт», когда-то ассоциировавшегося у меня с Артуром Хейли, теперь ассоциируется с фамилией Сергей Лойко. Сергей Лойко сегодня у нас в Нью-Йорке, в гостях. И я счастлива, что эта встреча состоялась. И говорим мы вот о книге, которые уже два года э, существуют, о а книге, которые два года заставляет думать тех, кто еще способен думать, о а книге, которая говорит о войне, которая не должно было быть, и о людях, которые хотели жить, но, к сожалению, им пришлось умирать. Казалось бы, что уже все сказано, встреч было очень много, э, проговорили тему, э, которая освещена в вашей книге, но, к сожалению, те люди, для которых эта книга написана, она написана была по-русски, они в своем большинстве не слышат и не понимают. Вот о чем вы хотели сказать этой книгой? А вы что думаете, что если эти люди, о каких вы говорите, прочитают эту книгу, они будут лучше слышать и лучше понимать, как тот волк, который, притворившись бабушкой, говорит, мне это нужно, чтобы лучше видеть. Хорошо, вот как разбудить общество глухонемых? Какие книги должны быть и какие потрясения? Чтобы люди поняли о том, что вот то, что происходит, как у вас написано на вашей странице в Фейсбуке, где вы публикуете фотографии, вот все фотографии, которые вошли в эту книгу, 41 фотография о, о тех людях, о нас и для нас. Вот насколько это для нас, насколько это о тех людях, и насколько вот эти люди способны понять, о чем вы с ними хотите говорить, при помощи э, слова и фотографии. Ну, на самом деле я не особенно хотел э, говорить, я написал книгу, она из меня рвалась, и э, прочитает ее тот, кто может прочитать. А, то, что в, в тонущем титанике вряд ли кто-то... Будет читать, и если даже будет читать, он все равно утонет. Меня это мало волнует. Тогда давайте открутим вот это время, машину времени. Вы военный корреспондент. Я не военный корреспондент, но так получилось, что если ты работаешь в Москве, к сожалению, в, в эпоху уже Путина, вот превратилось все это наваждение в эпоху. Если ты работаешь в эпоху Путина, ты by definition по определению становишься военным корреспондентом? Ну, вы же начали свою военную деятельность давно, еще в конце 80-х. Очень, да. Но, но войн стало больше. Скажите, пожалуйста, вот человек, который добровольно идет на войну, снимать с камеры, с оружием в руках, вот не хватает адреналина в жизни? Чего не хватало в жизни, в мирной жизни? Человеку, рожденному, выросшему в Москве, благополучному, успешному профессионалу, и вот вы бросаете все и идете на войну, идете показывать войну своими глазами. И у меня было за 25 лет 25 военных командировок. Я каждую из них считаю своей маленькой войной. Но последняя вот командировка она затянулась на два года и стала большой войной. Стала войной, которую я пропустил через, через сердце впервые в жизни. Вот мы сегодня сидим в уютном доме в Нью-Йорке, который находится за тысячи миль от того места, где идет война. И мы считаем, что эта война первая отечественная украинско-российская война. А, вот ваше мнение, насколько это действительно отечественная война? И а, вот вы сказали в своем интервью, что это война Путина. Все-таки война не Путина, это война России. Путин руками российских военных ведет войну с Украиной. То, что я имел в виду, много раз уже происходило в мире. Была тяжелейшая гражданская война, в результате которой лучшие люди погибли, лучшие люди уехали. А Шариковы с балалайкой в большинстве своем остались и стали жить. Они пришли как вот эти вот обезьяны в планете, обезьян в город и, и стали в нем жить, и стали там, стали там наслаждаться ритмами своего собачьего сердца. И потом даже их начали чистить, потому что через некоторое время и среди них появились люди, которые были докторами, которые были инженерами, которые имели какое-то свое видение того, что происходит. И началась сталинская чистка. Что это чистка? Это страшное преступление. Миллионы людей были отправлены в лагеря, миллионы убиты. Потом была Вторая мировая война, в результате которой опять лучшие погибли. Каким образом вам удалось остаться свободным? И сколько свободных людей вы видите рядом с собой в России? Я всю жизнь свою детскую прожил, общаясь с дедушкой, который был революционером с дореволюционным стажем, который приехал в Москву из какого-то Бобруйска, без образования, без всего, и потом он стал при советской власти директором завода. Так вот этот дедушка, когда я к нему приходил, чтобы вкусно поесть, потому что он был старый большевик, у него была какая-то колбаса там вкусная, пирожные, которым они меня кормили, он меня спрашивал, а сколько у тебя в классе жидов? Это вот был уровень, вот этот уровень советского человека. И э, я думаю, что мое воспитание, э, на, на, оно было протестным с самого детства. Мне не нравились его пирожные, потому что он, он быстро пьянел, он все время пел эти идиотские песни. Хорошо, я конкретизирую. Вот вам не нравились пирожные, вместе с тем вы все равно ели эти пирожные. Вам не нравилось то, что говорит дедушка, но это был ваш дед. И вот то же самое сейчас происходит в России. Может быть, кому-то не нравится, но они привыкли жрать с руки, они привыкли к тому, к той зоне комфорта, комфорта, в котором они находятся. И изменить эту зону невозможно. Вот как это болото расшевелить? Понимаете, в России, в СССР, в Российской империи, как ее не называй, не было тех тектонических процессов, которые, скажем, произошли в Германии. То есть не был Россия, она одержала или я бы сказал потерпела победу, которая оказалась первой победой во второй мировой войне со своей стороны. Там были англичане, американцы, Россия, Советский Союз был с этой стороны, и эта победа она консолидировала сталинский режим, дала ему новые дыхания. То есть вот половина, это первая победа, потому что потенциал страны был разрушен. Все заводы, фабрики, самые лучшие земли были, дома сожжены, миллионы людей погибли, которые были на этих землях и которые воевали. И потом все эти советские специалисты приехали в Германию, забрали полностью, вывезли заводы этих 30-х годов. И Германия с нуля развивалась, отбросив фашизм, выкинув, отправив в Советский Союз эти заводы. В Советском Союзе до сих пор работают эти заводы немецкие 30-х годов. А самое главное, здесь же все в комплексе. На Красной площади лежит и смердит этот Ленинский труп вечно живой. И я верю в мистические какие-то вещи. Я считаю, что пока вот эта вот э, зловонная такая во всех смыслах куча не будет убрана с Красной площади. Вы по... верите, что она будет убрана? Я надеюсь. Пока памятники всем этим э, Ленину и прочим э, людоедам не будут убраны из всех городов, не будут демонтированы, э, ничего хорошего в стране не произойдет. Понимаете, у России, у Советского Союза не было. В отличие от Германии Нюрнбергского процесса над коммунизмом. И этот коммунизм, это же это же чума XX века, это хуже, чем гитлеровский фашизм, потому что гитлеровский фашизм, он был ужасен, но это была такая эпидемия, которая прошла, ей помогли пройти, но она была настолько ужасна, что она не могла, это был ад, который не может продолжаться долго. Коммунистическая идеология. Это вот этот вот медленный ад. Такая, знаете, это не чума, а такая страшная экзема. Когда с тебя клочьями слезает кожа, когда у тебя там все болит. И ты не умираешь, но ты страдаешь. И вот так вот эти люди, они всю жизнь живут в страдании. И Путин дает им для облегчения этих страданий э, плацебо, которое называется империя. То есть вместо того, чтобы давать им хорошую работу... Вместо того, чтобы создавать. Так, может, в, это, в сознании русского народа, вот это имперское сознание, которое ничем не вытравить. Вы знаете, а, мы а, сейчас сказали, упомянули слово ад. Вот мы сидим, вот, и у нас на камине стоит статуэтка стоит Данте Эль Да. И я вспомнила о его аде, о семи кругах ада. И я вспомнила о том, что оставь надежду, всяк сюда входящий. И вы знаете, я хочу вернуться вот к тому аду, который вам пришлось пережить. Четыре дня в аду, 242 дня обороны Донецкого аэропорта, и 242 дня ада. В каждой главе этой книги есть эпиграф. И вступительный эпиграф он у меня такой: И далее мы пошли, и страх обнял меня. Александр Пушкин, Подражание Данте. Это не случайно, потому что действительно эта война она страшная, и в аэропорту там был ад. Ну, я не скажу, что я какой-то э, человек, которому не хочется жить или безумно смелый или не чувствующий боли. Э, я обычный э, человек. Я работаю, это моя работа, я за это получаю деньги. Я, я, мне просто повезло, вы что вы за я... деньги пошли на такой риск. Ну, и в том числе, потому что. Это я моя почему спросила? Работа. Потому что во сколько оценивается человеческая жизнь? Ну, я, я вам так скажу: я не буду рассказывать про Донбасс, потому что уже к этому времени, э, практически, я продолжал работать за свою зарплату. Сколько я в Москве получаю, столько и во время войны. Поэтому здесь разницы не было. А, например, когда была война в Ираке и когда не было кризиса в нашей газетной области в сфере, то во время войны в Ираке в 2003 году я за месяц получал половину своей годовой зарплаты там, или что-то такое. И тогда можно было говорить, что кому война, а кому мать родна, потому что на войне у тебя есть возможность. А здесь ну, это просто я за 25 лет я привык работать профессионально. То есть, если есть новости, я работаю. С главной новостью, эти два, эти три года до сих пор остается эта война. Между Россией и Украиной. Как Это... ваши коллеги восприняли ваш э, вашу командировку вот в этот ад э, и съемки на стороне украинской? Мои коллеги где? Ну, скажем так, в Москве. Но они мне не коллеги, потому что я американский журналист. Они мне вообще никто, как бы коллегами я их называть не могу, потому что э, в России э, свободной прессы нет. Все журналисты, которые работают в России, даже журналисты Эхо Москвы, Дождя, «Эм», Новые газеты они так или иначе встраиваются в систему пропаганды и вранье. Поэтому они мне не коллеги. Мои коллеги американские, английские, западные журналисты. И я не знаю, как те относились ко мне, ну отношение ко мне со стороны, со стороны моих настоящих коллег, но оно, если коротко сказать, я получил всякие премии, там были очень престижные премии, но самый престижный для меня был Editorial, Los Angeles Times Editorial Award, это внутренняя премия Los Angeles Times, которая дается, там, скажем, лучшему иностранному журналисту, который работает за границей, и э, которая определяется голосованием журналистов, которые работают в этой газете. Вот все американцы в этой газете проголосовали за то, чтобы русский человек, российский гражданин стал лучшим иностранным корреспондентом Los Angeles Times в 2015 году. И это для меня самая высшая награда. Скажите, пожалуйста, в 2015 году я, я помню эти фотографии, мы подружились с вами в Фейсбуке, я помню эти фотографии, когда вы получали награду. Какой вы красивый были во фраке. А сейчас уже нет. Но сейчас очень красивый. Я набиваюсь. Тогда был, тогда был фрак. Вот что вам более привычно носить? Фрак или вот джинсы, какую-то майку? Да это же было вообще комедия. Знаете, я не, никогда в жизни, это первый раз в жизни я надел фрак. Как вы себя почувствовали во фраке? Ну как? Как какой-то рыцарь средневековых в каких-то доспехах, которые моментально хочется снять. Я был тогда... В Техасе со своим сыном, где живет моя семья, сын, невестка и двое моих внуков. И мы там с ним пошли в какую-то очень такой престижный, в престижную лавку, где мы заказали эти фраки, нам там все померили, все сделали. А получили мы уже их здесь, в Нью-Йорке. И когда я одел, я, мне даже в бронежилете как-то было удобнее, чем в фраке. И пока я его не снял, я не чувствовал себя в своей тарелке. Сергей, вот меня очень интересует один вопрос, который я пытаюсь сформулировать сама, вот как бы для себя, много лет. Мне э, довелось свое время работать в Чернобыле в 1986 году. И долгие годы у меня перед глазами стояли лица тех людей, которые я видела тогда в Чернобыле, которых уже нет. Вам... Довелось на протяжении вашей профессиональной деятельности видеть очень много смертей. И если мы говорим о Донецке, то практически большинство из тех ребят, которых вы снимали в 2014-2015 году, их уже нет. Нет, я не скажу, что большинство. Слава богу, что не большинство. Ну, есть среди тех, кого я снимал. По, вот последний... Смертельный случай. Это 24 февраля мне сообщили, что Микола Николая Гуцаленко, ему лично 25 лет, он у меня есть на фото, вот в этом буктрейлере к Романову аэропорт. Замечательный парень, я его без улыбки вообще не помню. Я вообще не помню там в аэропорту каких-то испуганных, строгих э таких героических лиц. У них героические были только глаза. Совсем другие, я нигде больше таких глаз не видел. А так они всегда улыбались, шутили. И вот Коля погиб в Абдеевке, он попал под обстрел. Ранения были несовместимы с жизнью. Его пытались спасти его. Не сообщили, что в госпитале в Днепропетровске он умирает рано. 25 лет. Потрясающий парень. Это соль земли вашей а скажите вот вы общались с этими ребятами вот как бы вы могли охарактеризовать вот этих людей вот буквально несколько слов дайте характеристику тем людям которые были там они все были очень разные единственное что у них было общего это что практически все они были состоявшими с людьми. Меня часто спрашивают, вот, вы не обратили внимания, есть ли у них какой-то посттравматический синдром, когда они возвращаются Я назад к мирной жизни. Я не изучал этот вопрос, наверняка у кого-то есть, но на мой взгляд, ведь речь идет о, о вьетнамском синдроме, об, об афганском синдроме, когда ветераны возвращались, и потом они не смогли адаптироваться, и происходили какие-то страшные, ну или неприятные вещи. В большинстве случаев, но там были 18-летние мальчишки, которые попадали на войну, и которые, может быть, даже девчонку еще ни разу не поцеловали, не говоря о, о чем-то. А у, у них не было образования, у них не было работы, у них не было ничего. И они из-под маминого крыла попадали на войну, в этот ад Вьетнам был адом, Вьетнамская война, а Афганистан, где меня там расстреливали, случайно это попал под раздачу был настоящим адом, а здесь в аэропорту эти люди э, они были каждый из них был индивидуальностью у них у всех была работа большинство из них была семья они там защищали они, свою родину свою родину это было главное отличие они а что такое родина родина это твой дом родина это твоя семья родина это твои дети родина это то, что ты видишь краем глаза, как жена что-то готовит там на плите на кухне. Вот это они защищали. И, и каждый из них, те, кто возвращаются, я знаю, я продолжаю общаться со многими из них, они, у них нет никакого синдрома, они выполнили свою задачу, они остановили российское вторжение, российскую агрессию. Именно там они остановили. Да, аэропорт пал. 242 дня это. Они продержались дольше, чем Брестская крепость. Брестская крепость состояла из стен из кирпичей в пять слоев, была сделана по-настоящему. Что такое аэропорт? Тем более Донецкий аэропорт. Это же новейший новейший комплекс зданий, построенных к чемпионату Европы по футболу 2012 года. И это же стекло, огромные окна. Это все практически стекло с небольшими такими железными перекрытиями. Там и стен практически не было. Все это было достаточно бутафорский Как они превратили это в крепость. И в этой крепости стенами, сквозь которые не пролетали пули и осколки, это были их тела. Россия не могла, и она не может вести полномасштабную войну с Украиной. Путин надеялся, он был дезинформирован, он надеялся, что произойдет народное восстание против киевской хунты. Ничего подобного не произошло. И ему нужна была имитация победы. Вот ему нужно было победить в аэропорту, захватить его. Потому что стратегически это было не нужно ни украинцам, ни тактически, ни, ни, ни русским. Но битва это продолжалась, это была символическая битва. И да, Украина проиграла. Аэропорт пал, но это стало украинским косовым полем. Иногда поражение важнее победы. 300 По... спартанцев. Да, иногда поражение важнее победы, потому что, э, опять же, в моей книге в конце генерал говорит, когда он разговаривает о том, зачем защищали и какой смысл и какой урок, он говорит, ну вот они поняли, что если они будут двигаться дальше, у них на каждом километре будет аэропорт. Вот и все. Это, кос, это украинское косово поле, оно навеки войдет в историю Украины, не как миф, как а как реальное событие исторического масштаба. К сожалению. Если Советский Союз потерпел победу во Второй мировой войне, то Украина одержала поражение в аэропорту. Скажите, вот э, очень часто мы слышим пропагандистское такое: украинцы и э, русские один народ. Ну, скажем так, это даже не братские народы уже сейчас. Я уже говорил, что в аэропорту большинство солдат и офицеров, которых я там видел, говорили по русски. Там я практически вообще не слышал там украинскую речь. И они говорили по русски не только потому, что язык э, военный, оперативный язык был русским потому что большинство из них в обычной жизни говорили по-русски. и многие из них были русскими по национальности. поэтому я, я не могу я вообще не люблю этот вопрос кто там кого ты больше любишь папу или маму. Я не считаю, что россия, русские и украинцы это один народ это разные народы. но лучше говорить об этом как о россиянах и украинцах. Вот в этой плоскости, если вести беседу, то я могу сказать, что украинцы, украинские граждане, они защищали свою родину против фашистского вторжения. Вот мы, мы сейчас прозвучала фраза «против фашистского вторжения». Именно так я считаю. У Это фашизма очень... был Нюрнберг. Да. У российского фашизма… Нюрнберг сейчас называется Гаага. Да, да. Доживем мы до Гааги. Ну, она уже началась, Гаага. Она началась, но вы же понимаете, а для того, чтобы она была завершена, эта Гаага, вот вы вчера хорошо сказали, к ней надо а Я расскажу сейчас. Да, да. Да. Вот меня спрашивают во многих интервью, вот сейчас Украина подала этот иск о том, что Россия поддерживает терроризм, и Россия наняла очень опытных адвокатов, чтобы они там такого коллективного Чуркина разыгрывали. Из этого ничего по существу не выйдет. Кроме того, как сказал один врач одному пациенту в анекдоте в известном таком в стиле черного юмора, вам нужно съездить на грязи. Пациент говорит: зачем? Что это поможет? Не поможет, но будете к земле привыкать. Вот здесь тоже не особо поможет, но Россия начинает привыкать к Гааге. И я уверен, что она привыкнет э, до такой степени, что некоторые кресла или стулья, или скамьи в, в доке для подсудимых будут заняты конкретными персонажами. И я надеюсь, что я увижу тех самых коллег, в кавычках, угу. о которых вы говорили. А что делать э, с теми? 86%. Ну, во-первых, это фиктивная цифра. Верить никаким цифрам в России. Ну, конечно, миллионы, но, но не надо говорить про 86%. Я вам так скажу, что я абсолютно уверен, что 50% россиян вообще на все наплевать. Вообще на все наплевать. Понимаете, им, им и это неинтересно, и то нехорошо. Главное, чтобы их никто не трогал. Поэтому у Путина... Нет гитлеровского потенциала. У него нет коммунистического потенциала, когда все были, все население действительно было охвачено вот таким вот э, фальшивым патриотическим э, вдохновением. Вы считаете, что вот то, что происходит, вот эта истерия, это не э, э, это это фальшиво? Э, истерия происходит на уровне тысяч человек. На уровне миллионов никакой истерии нет, просто эти миллионы не могут высказаться. Но если их спросят, они скажут: мы против войны или нам наплевать. Понимаете, вот их э, э, но, их такая позиция, она работает на войну, потому что им наплевать. Хорошо, вернемся к вашей выставке в Москве. Да. Э, ведь это же не правительство облило ваши фотографии и испортило их, это пришел человек. Ну, это пришел человек, наделенный властью. Это пришел депутат, избранник народный, с бутылкой э, томатного сока, с банкой, на которой было написано Кровь детей Донбасса. Потом этот человек, ну, если бы я был на его месте, если бы я был таким идиотом, как он, ну я хотя бы сдал бы кровь свою, чтобы кровь была хотя бы какой-то кровью. Потому что... Где он возьмет кровь детей Донбасса, это мифическая какая-то субстанция. Я вообще уверен, что вот в этом Донецке, вот этот мемориал, там, знаете, которым они цветы кладут, что там вообще все фамилии и имена вымышленные. Потому что, ну да, ну какие-то там дети погибли, потому что идет война, но, но это часть пропаганды. Хорошо. Пропаганда пропагандой, но вместе с тем э, иск по отношению к вам и возбуждение уголовного дела по отношению к вам вполне реально. Как вы себя ощущаете вот, э, в качестве уже перманентного подсудимого? Я хорошо себя ощущаю, потому что э, я даже не против, если они меня там на месяц посадят в тюрьму, потому что если они это сделают, эта книга обойдет весь мир, так она появилась пока в 11 странах. В мае она выходит в Китае. А у меня сейчас как раз на подходе вторая книжка. Ну не могу сказать, что это такое серьезное доказательство для Гааги, но она рассказывает о том, как сбили Боинг, кто к этому причастен и как э, дело успокоилось. Я знаю, что должна быть экранизация когда-то вот этой книги. Как вы считаете, кто должен заниматься экранизацией и кто поставит этот фильм, чтобы этот фильм был услышан, был увиден, и Украина зазвучала. 27 марта в Киеве я в составе такой группы людей, которые представляют известную украинскую киностудию, продюсеров встречаю с очень с представителями встречаюсь с представителями очень известной американской киностудии голливудской. Где мы будем уже реально обсуждать Реально обсуждать Возможности съемки этого фильма Именно по книге Вы знаете, что я отказал Голливуду В свое время это было два года назад Год назад Нет, два года назад уже В 2015 году Это компания Columbia Pictures и Sony Ну это сейчас одна команда они хотели купить у меня права на несколько моих статей в Лос-Анджелес Таймс про войну в Украине. Но персонажи этих статей и их обстоятельства перетекли в мою книгу. И когда я стал вместе с адвокатом со своим разбираться в контракте, оказалось, что они, в принципе, могут взять эти ситуации и этих персонажей и снять какой-то фильм про Сальвадор. Именно они не ставили своей целью снимать фильм про Украину. А моя цель, чтобы фильм создали по этой книге. А как вы считаете, почему Украина перестала звучать фактически? Ни, мы не слышим ничего. Когда мы говорим о войне э, в Донбассе, на Донбассе, ну, американцы ничего не знают. Сейчас выходит книга, уже вышла на английском языке. Как вы считаете, кому она будет интересна? Как вот ее продвинуть, чтобы э, вы донесли... How to bring message across. Как донести то, о чем вы пишете, до ума и сердец миллионов англоговорящих. Я не знаю, как донести. Если будет снято кино, то все посмотрят и будут читать потом книгу. А <с> некоторые книги, знаете, вот появляются. Вот Дэн Браун написал книги, обладали эффектом таким лесного пожара, когда они сразу обошли весь мир. Mm -hmm. Некоторые книги, они медленнее, горят, но дольше. Вот. Посмотрим, что с моей книгой произойдет. Она только сейчас находится в периоде... Ведь книги тоже живут, как люди. Некоторые живут вечно, как книги Льва Толстого, а некоторые умирают еще до того, как они родились. Поэтому здесь все в руках Божьих. Вы сказали, в руках Божьих. У меня тогда вопрос. Верите вы в Бога? Да. Да. Но, сразу оговорку скажу, я считаю, что мне для общения с Богом и ему тем более, для общения со мной, если он не зайдет, переводчик не нужен. На войне же происходят всякие чудеса удивительные, когда э, ты делаешь шаг, делаешь второй шаг, и за три шага за тобой взрывается снаряд. И ты понимаешь, что если бы... Ты не сделал эти три шага, кто-то же тебя заставил это сделать, и ты начинаешь верить э, верить в то, что есть какая-то сила, которая помогает тебе. Каково ощущать себя белой вороной? Вы завтра, послезавтра, вернетесь опять в Москву. Вы будете находиться э, наедине со своей книгой, наедине со своими мыслями, в окружении тех людей, которые вас не понимают, не принимают, отвергают. И, в общем-то, они являются вашими друзьями. Да мне на это наплевать, знаете. Мне, я сейчас пишу вторую книгу, мне в, в каком-то общении я не нуждаюсь, у меня много друзей по всему миру. Я уже в таком возрасте, когда я ну, достаточно самодостаточный, когда мне даже телевизор не нужен для того, чтобы продолжать жить. Поэтому я не потерял каких-то близких друзей, я потерял хороших знакомых после, после того, как началась эта идиотская война, которой не должно было быть. Вот. Ну, я не испытываю, не испытываю от этого никаких, никаких сложностей. Я не испытываю неудобства от этого. Мне жалко этих людей. Мне неприятно, что со мной рядом живут такие люди, которым наплевать, которые, э, которым наплевать, что гибнут люди и которые поддерживают вот эту войну даже тем, что им наплевать. Вы сказали телевизор произнесли это слово? У нас люди разделились на две категории. Те, кто смотрит телевизор, российское телевидение, а те, кто не смотрит, те, кто не смотрит, они еще не потеряли способность анализировать и видеть. Мы живем в информационном пространстве. А те, кто смотрит российское телевидение, для них вся информация сосредоточена в этом российском видении событий, которые придуманы, которые, можно сказать, с целью пропаганды распространяются по всему миру. Что бы вы сказали этим людям, которые верят? и которые продолжают смотреть телевидение, и которые э, верят в то, что то, что происходит в Украине, это, это бендеровцы, как они называют, это враги, это националисты, это внутренние проблемы, это гражданская война. Ну, я говорю все время, что это вранье, что это не имеет под собой никаких оснований. Ну, с ними же надо с цифрами разговаривать, понимаете, с какими-то фактами. Вот были выборы президента в Украине, и там два представителя партий, которые в Москве запрещены и считаются экстремистскими или их просто называют фашистами и бандеровцами, эти два представителя набрали вместе меньше голосов, чем один такой достаточно экзотический кандидат по фамилии Рабинович, который набрал полтора процента. Вот это вот ответ вообще на на все вопросы по поводу фашизма в Украине. Да, там есть правый сектор. Это такая, можно сказать, националистическая организация. Но, может быть, кто-то там во главе этого правого сектора там иногда высказывает какие-то националистические лозунги. Я а с вы знаете, сколько, я с, этими, кстати... с этими ребятами был в аэропорту. Вот, совершенно верно, там, там, было очень много. Там было из 60, там было 10 человек из правого сектора. Кстати, они были самыми молодыми. Замечательные ребята. Ничего националистического в них не было. Они тоже говорили по-русски, они замечательно сражались. И если. В правом секторе все такие, а я уверен, что большинство такие, то никакой фашистской угрозы от правого сектора не сходит. Это все миф. Это все миф, придуманный Москвой, чтобы, чтобы оправдать свое вторжение, свою агрессию в Украине. Если бы не было войны, о чем бы вы хотели писать? Что бы вы хотели снимать если бы не было войны, я не написал бы книги. Все мои три книги, которые я две уже написал, и одну почти написал, они все про войну. Более того, аэропорт... Это... Сейчас последнюю книгу я пишу как триллер, боевик и детектив. И все-таки она больше идет отсюда, чем отсюда. А эта книга, она вырвалась просто из меня, аэропорт. Я ее родил в муках за один месяц. И я просто не мог ее не написать потому что это потрясение было, это было огромное потрясение. Я на этой войне потерял, э, потерял все, что у меня было э, хорошего в жизни в России. И это еще одна причина, почему, э, почему мне наплевать, что говорят и что думают там обо мне в России, потому что э, я потерял того человека, чье мнение было для меня важным. У вас удивительное чувство предвидения. Потому что вы предсказали, вы предсказали события, которые произошли, вы предсказали два года тому назад в книге. Господа, для того, чтобы понять, о чем мы говорим, достаточно просто прочитать эту книгу. Она заслуживает тщательного прочтения и возвращения к событиям. Так вот, если мы говорим о чувстве предвидения, которыми вы обладаете. Как вы считаете, чем закончится то, что сейчас происходит на Донбассе? Давайте просто так гипотетически ну, представим: все закончится хорошо, потому что все, что сейчас происходит, плохо, хуже уже быть не может, я надеюсь. А что касается предвидения, то в 2013 году в декабре была пресс-конференция ежегодная Путина. Я задал ему вопрос, спросил, вот сейчас горячие головы в Крыму просят вас ввести войска в Крым, потому что они боятся фашистской агрессии со стороны киевской хунты. Ну, тогда еще не было киевской хунты, но как бы они уже предрекали, что все к этому идет. Будет бунт фашистский, который закончится репрессиями в Крыму, и, пожалуйста, Путин введи войска. Я спросил, Владимир Владимирович, вы, и вообще существует гипотетическая какая-то вероятность того, что вы это сделаете. И он, ну как всегда, соврал. Потому что я не думаю, что он уже тогда не знал, что будет, и чем сердце успокоится, если у него есть сердце. В чем я сомневаюсь. Он при миллионах телезрителей, не только российских, но и во всем мире, он нагло соврал сказал, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, что мы озабочены положением наших соотечественников, любимое его слово, за рубежом, но мы не будем размахивать шашкой, все в порядке. И после этой пресс-конференции ко мне подошли мои коллеги-журналисты э и сказали, Сережа, ну у тебя был шанс задать умный вопрос. Ну что, ну, все равно, что спросить, есть ли жизнь на Марсе? Это уже не может быть. Я, и в какой-то момент, и, и, это не один человек, несколько, мне звонили, меня упрекали. Я даже начал испытывать нечто вроде угрызения совести по поводу того, что я отнял время у, у них, я, э, они могли задать вопрос, а задал его я. Я задал вопрос идиотский. Через три месяца Путин выводит войска в Украину. Один из них мне позвонил, я думал, он сейчас извинится. Он говорит, это ты ему идею подал. Вот. После этого я написал в своей книге э, про то, как гибнут два быдла командира из этих самых ополченцев. Это у меня они называются Ваха и Феррари, ну, прототипами для которых прямыми были Гиви и Моторолы. Она написана в 2015 году. Практически со всеми деталями я предрек, что с ними произойдет. Но это ну, очевидно было. Более того, это было очевидно. Но в этой книге есть предостережение. Я даже про него забыл. И один читатель мне на встрече напомнил. Вот в седьмой главе МБЧ, это маленький большой человек, это президент России, он распинает своего генерала, министра обороны, и говорит, поймите вы, наконец, дорогие мои стратегии кабинетные, генералы паркетные, дурилки картонные, гражданскую войну, должны выигрывать воюющие с несправедливостью граждане, местные герои вроде Вахи и Феррари, или как их там, а не краснознаменный ансамбль песни и пляски Красной Армии. Вот это было предостережение, на самом деле оказалось пророческим, что не должен краснознаменный ансамбль принимать участие в войне. Он принял участие в войне, и мы знаем, что произошло. Украинцев стали обвинять в отсутствии эмпатии после того, что произошли вот те события, о которых вы написали. Может быть, вы объясните зрителям своим, что вы имеете в виду, что а, такое эмпатия. Эмпатия ⁇ это чувство сострадания. Вот украинцы не сострадают. Врагу очень тяжело сострадать. Вот осталась у вас какая-то эмпатия по отношению к тем людям, которые являются врагами? Есть хорошее стихотворение Михаила Светлова. Она называется итальянец: Черный крест на груди итальянца, ни резьбы, ни узоры, ни глянца, ни Небогатым богатым семейством Украине, хранимый, да. и единственным сыном носимый. Ну, вот этот сын погибает, и мы должны испытывать эмпатию. Но оно же дальше стихотворение звучит. Молодой уроженец Неаполя, что оставил в России итальяполя, почему-то не, Почему не мог быть счастливым над родным знаменитым заливом и так далее. Я не дам свою родину вывести за простор чужеземных морей. Я стреляю и нет справедливости, справедливее пули моей и конец. Никогда ты здесь не жил и не был, но разбросан в этих краях итальянское, итальянское синее, небо. синее небо застекленное в мертвых глазах. Эмпатия. Особенно нет, ты сам виноват. Поэтому э, если в 1943 году, скажем, в 1944, в 1942, в 1941, уже после июня месяца, э, в, в Советском Союзе услышали бы о том, что разбился самолет с ансамблем и песни и пляски немецкой армии, вы ожидали бы какую-то эмпатию? Нет, конечно. Здесь произошло то же самое. Э, э, нельзя, нельзя быть агрессором и, и требовать от страны, от народа, в отношении которого ты агрессор, какую-то эмпатию к себе. Возможно ли примирение между народами, между Украиной ну, и Россией? Я, я и не, когда? Не люблю, вот не люблю вопросы про народы. Я так скажу, между странами. Да, примирение возможно, но не в ближайшей перспективе. Ну, давайте мы посмотрим на историю. Франция всегда воевала с Германией. В каждом веке по две-три войны. Сейчас, лучшие друзья, Гитлер миллионами уничтожал евреев. Когда разрешили евреям уезжать из Советского Союза, то, по-моему, больше евреев уехало в Германию, нежели в Израиль. И уже все забыли об этом, о том, что принес миру фашизм, как только этот фашизм был уничтожен и официально признан самым страшным преступлением против человечности. Вот чем быстрее в России произойдет нюрнбергский или гаагский процесс, чем быстрее то, что сделала и делает Россия, будет признано преступлением против человечности официально, тем быстрее восстановятся отношения между странами. У вас в Америке живет сын. У вас не было желания уехать сюда и жить здесь, и быть свободным человеком на свободной земле, и э, заниматься своим любимым делом, снимать, писать книги, и не испытывать каждый раз судьбу, возвращаясь в Россию. Есть замечательный фильм, по-моему, Альмадовара, который называется Море внутри. Это про человека, который прикован к постели. Вот. Но я не буду рассказывать долго про этот фильм. Вот этот, сам этот термин море внутри. Вот эта свобода, комфорт у меня внутри. То есть я, как марсианин в книге Герберта Уэллса ⁇ Война миров ⁇ я окружаю себя своим собственным миром, своей, своей собственной средой. Я привез из Тверской области тысячу сосен, посадил их в своем поселке, не только на своем участке ну и вообще во всем поселке. Купил золотой песок, засыпал часть болота, на другой части болота сделал пруд, посадил в него лебедей и уток. Там, где была, был враг, я его засыпал строительным мусором, потом песком, потом землей, закрыл газоном. Это не у себя на участке, это в поселке, где живут люди. Построил детскую площадку построил спортивную площадку. У меня в этом поселке помойка самая чистая в мире. Я сделал дорогу настоящую, провел настоящее электричество с изолированными проводами, заменил весь водопровод, почистил лес, как в Финляндии, на 500 метров вглубь леса по периметру поселка. Я создал свою собственную Швейцарию, в которой мне удобно. Она мне не принадлежит, она принадлежит всем, и люди в этом поселке, они думают, что я сумасшедший. А что как я... швейцарцы по соседству? Что я... а как они воспринимают это все? Ну, они, они... Они пользуются? Да, да, они молятся на меня, они обожают меня. Они презирают меня за мои убеждения. А чего больше, презрение или э, обожание? Ну, у них комфорт появился, понимаете? Они жили в дерьме, и вдруг они э, за последние 10 лет переселились в совсем другую страну. Конечно, обожают. И это меня очень греет, и... И это мой лес. Что такое счастье для вас и что такое зона комфорта для вас? Вообще для меня зона комфорта, самое главное, это озеро в Финляндии, Киевесе, на котором я уже много-много лет, раз в год, на две, на три недели снимаю замечательный коттедж в августе или в сентябре. И куда я езжу, где я живу, собираю грибы, ловлю рыбу, это для меня зона комфорта. Под Москвой вот именно в том месте, которое я создал, у меня есть зимой четыре обслуживаемые лыжные трассы в лесу и в поле. Обслуживаемые в смысле деревья падают, их распиливают, там все убирают и прокатывают на лыжах специальные люди специальные люди, это я в основном. Вот. И там трасса 500 метров для детей, 2000 метров для пожилых людей, там 5000 метров для продвинутых спортсменов. И вот это моя зона комфорта. Вам не хочется вернуться в активную журналистику? Ну, нет, конечно. Я, я, я полностью высказался. Я устал. Вот на этой веселой ноте мы дадим вам отдохнуть. Я вам благодарна за то, что мы познакомились и что наше виртуальное общение переросло в реальное общение, я надеюсь, что то, о чем вы говорили, наши слушатели не просто услышат и прослушают, а они поймут о многих вещах, потому что мы живем в эпоху информационных войн. И вот эти информационные войны, они страшны тем, что они калечат души людей, они калечат сознание. Есть вещи, которые можно простить, можно понять, но можно никогда не простить до конца. Потому что вот та информационная война, которую развязала Россия, она уничтожила те связи, которые были веками. Знаете, э, э, какие, ну, связи, она может все что угодно, она уничтожила жизни людей. Ни за что она уничтожила э, жизни тысяч людей этой войны не должно было быть. Она была рождена средствами массовой информации под руководством Кремля. И вот эти вот э, персонажи Добродеев, Эрнст, Кулистиков, э, Соловьев э, и многие другие, которые были в первых рядах так называемых журналистов, которые проповедовали и до сих пор разжигают эту войну, вот они э, как случилось уже в Нюрнберге с фашистскими пропагандистами, они должны сесть на скамью подсудимых в Гааге, и им должен быть вынесен самый, самый жестокий, самый справедливый приговор, чтобы такое больше не повторялось. Потому что они начали войну. На их руках кровь людей. Я, я уверен, что э, придет время, и когда как в балладе Александра Галича будет сказано, что кум докушал огурец и добавил с мукою, оказался наш отец не отцом, а сукою. Это про Сталина. Я думаю, что их отец тоже в какой-то момент окажется не отцом, а сукою, и думаю, что это очень быстро произойдет. И вот тогда мне интересно будет посмотреть. Мне бы очень хотелось посмотреть на их реакцию. Я могу поспорить с вами на 100 долларов, что, что они скажут, как один, да мы же приближали конец этого, этого кошмара, ведь мы же доводили ситуацию до абсурда. Живи вот распятый мальчик, да? вот эти вот сожженные снегири, эти фашисты, бендеровцы. Мы же, мы же все это придумали. Вы что, в сказки верите? Мы же не виноваты, что э, у нас такие идиоты люди, которые в это поверили. Мы-то наоборот хотели им показать, что это бред, сивы кобыла. Они именно это и скажут. Я не вижу у них другой линии защиты. Но надеюсь, что все равно их повесят. Я надеюсь, что мы будем встречаться в Нью-Йорке и обсуждать... Ваши будущие книги, которые появятся, ваши фильмы, которые не, не, обязательно должны появиться. Мы будем смотреть, мы будем ходить и будем думать. Все, что я делаю, это я живу и я хочу поделиться с людьми, э, моими соображениями по поводу того или иного иного предмета, если им это интересно. А в своей новой книге я надеюсь, что я правильно предсказываю некоторые события о которых мы сегодня говорили, в таком, знаете, сослагательном наклонении, не плюс к вам перфекте, а просто в сослагательном наклонении относительно того, что может произойти. Друзья, с нами был Сергей Лойко, писатель, журналист, фотокорреспондент, просто замечательный человек.